Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 12 октября, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Даду. Это имя имеет персидское происхождение и означает «отец». Его небесным покровителем является мученик Дада Персидский. В V веке от Рождества Христова при персидском царе Сапоре служил первый царедворец по имени Дада. Сапор по достоинству отмечал его заслуги, поэтому назначил правителем одной из областей. Только у подданного был один секрет. Мужчина был истинным христианином, коих ненавидел Сапор. Конечно, у Дады, как высокопоставленного чиновника, были недоброжелатели, которые с радостью поделились этой новостью с царем. Обезумевший от злости Сапор лишил Даду всех почестей и приговорил к сожжению. И вот настал день казни. Подойдя к костру, мученик осенил себя крестным знамением, и костер погас. Увидев чудо сие, царевич Гаведдай уверовал во Христа и тут же при всех исповедал себя христианином. Вскоре и эта новость дошла до царя. Узнав, что его сын стал христианином, Сапор и его не пожалел. Приговорил к жестокому истязанию, покуда Гаведдай не предаст Христа. А меж тем и над святым Дадой ежедневно продолжались пытки. Но все это время христианина охраняла сила Божия. Сам ангел Божий утешал его, и каждый раз Господь возвращал ему крепость и здоровье. Наблюдая за чудесными исцелениями мученика, многие узники, пребывавшие с ним в темнице, уверовали во Христа. После долгих мучений святого Даду все-таки усекли мечом, и отправился он на небеса, восседать на облаках среди ангелов. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Феофана, Ивана и Яна. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!